Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Нам не до сна, яркий свет полумесяца в небесах слепит нас. Время на момент замедлилось. Блеск, волшебный глаз, накалила меня, закипела страсть. Сейчас, словно это наш последний раз. Между нами нету преград, это больше, чем просто любовь. Между нами нет ни игра, чувства самых лучших сортов. Нам это ясно без слов. Нам нужно больше огня. Вдыхаю каждый твой стон. Этой ночи нету конца. Детка, всем привет! У меня весело достаточно. Вот. Хотел я вам сказать, что на улице 11 градусов тепла. Вот. И я еду, вот сегодня целый день, я ловлю себя на мысли, что как же сильно я люблю этот город. Как же сильно я здесь, не знаю, чувствую, наверное, себя комфортно. Я так, ну блин, конечно, каждая лягушка хвалит свое болото, но все же здесь очень круто. Вот, поэтому все, кто хотят, там, кто не был в Москве, когда здесь тепло, приезжайте, здесь очень круто, здесь такая своя атмосфера. Настроение хорошее, настроение даже очень хорошее. Очень много сегодня что сделал, очень много с кем договорился, поэтому скоро вы узнаете о штуках, дрюках, которые я замутил. А вот есть девушка, девушки нет. Сессию сдал. Когда хлам должен быть на выходных, дай бог. Просто очень много проблем, очень много работы, поэтому стараемся делать. Я был в Санкт-Петербурге, там, не знаю, Санкт-Петербург на меня, знаете, нагоняет какую-то тоску. Я когда приезжаю в Питер, у меня, знаете, такое ощущение, как будто у меня депресняк жесткий начинает просто долбить по мне. Жил я в Москве, привыкать нужно к ней. Ну, Москва, да, своеобразный город, но все же я вот еду, говорю, и прям очень круто. Я прям еду, и мне здесь классно. Мне 20 лет. Поехали в Минск. В Минск скоро, да, приеду. Что будет в третьей серии, я ничего не буду рассказывать, вы узнаете. Но будет интересно. Интереснее, чем в первых двух. Мы все немного по-другому делаем. Абсолютно все по-другому делаем, поэтому будет очень интересно. Пока. Да, нарушаю скоростной режим, еду 0 км в час. Насмотрю сегодня, не знаю, вряд ли, много дел, много очень. Третья серия будет и длиннее, и информативнее. Третья серия вообще все по-другому будет. Вообще, с третьей серии будет все по-другому, вы поймете это. Я бы пригласил в Саратов, но тут делать нечего. Да ладно, везде есть что поделать, я думаю. Какой трек, который вот этот играл? Что-то там, ну, это какого? Давай улетим далеко, во. Нет, это не про охоту. BMW плохо, она плачет. Всем привет, с вами Максим Мовчан. Так. Сколько серий сняли? Серии сняли, пока сняли только одну. Вот. Но еще в процессе две, вот, поэтому все идет своим чередом, в любом случае, скоро вы все увидите. Я про BMW ничего не буду рассказывать, сами все будете видеть. Вот, в стоп-хам нет, только с 18. Тебе 20, да, мне 20 лет. Скоро у меня день рождения, вот, я буду смеяться в перископе, потому что, мне кажется, нужно будет посетить огромное количество мест. Что будете делать, если Давидыча посадят? Мы пока не рассматриваем этот вариант. Вот.
Мы думаем, что все будет хорошо. Выглядишь на 27. Да мне кажется, я выгляжу уже на 40 с таким режимом. Кепку носишь? Нет, кепку не ношу. А что, нужно кепку носить? Если кто-то мне подарит кепку, буду ее носить. День рождения у меня 23 марта. Пробка 6. Да не особо, едем 3 км в час. Пойдет. Давай вместе отметим. Да не, я вообще, мне кажется, не буду отмечать. Я просто со всеми буду встречаться и буду всем дарить свое праздничное настроение. Infiniti машина. Все, у кого 23 марта день рождения, вы красавчики. А те, у кого в другие дни, вы тоже красавчики. В любом случае. Маран, ты самый лучший. Да ладно, я вам что, не издевайтесь. Чего в ВК не отвечаешь? Потому что в ВК очень много сообщений, поэтому очень сложно читать их. Посмотри, здесь тут все мартовские. Но собрались, да. У тебя красивые глазки. Никита, мне очень удивляет, что мне это пишет парень. Из прокуратуры ответ еще не пришел. Люди, куда? А, сейчас же час пик, да. Я январь. Куришь, да, сигареты? Нет, меня нет в Фейсбуке, я есть только ВКонтакте, в Инстаграме и в Перископе, и все. На этом я ограничился. Где наклейки взять? Какие наклейки тебя интересуют? Куда можно устроиться на работу студент третьего курса лестеха? Устраивайся в это как его. Сейчас я тебе скажу куда. Короче, очень много платят денег, если у тебя есть права, очень много платят на вот таких вот темах, только частно. Вот на такие грузоперевозки. Там я знаю контору, где реально таджики от сотки в месяц. У тебя на номере машины есть наклейки, смотри, на номере машины? У меня рамка светящаяся смотра. Да не, не грустный, все хорошо, люди, просто устал. Чтобы сделать для вас видео, чтобы сделать для вас все очень круто и прикольно, чтобы вы посмотрели, это требуется очень много сил. На рамке написано «Ночь – наш день». Питер, не знаю, когда я приеду, где такую же купить можно? В смотрошопе. Просто заходите в смотрошоп, там как-то он так называется, там есть все. Я не знаю, есть ли стоп-хам в Екатеринбурге, честно, мы с регионами очень туго, потому что они непонятно, то они существуют, то они не существуют, там каждый день у них что-то меняется. Еду в Химки. Нет, не домой еще. Рамка стоит примерно 2000 рублей. Что вы еще напишете? На самом деле, сейчас интернет пропадет, поэтому я думаю, мне пора валить отсюда. А то вы начнете, лагает. Ник в Инстаграме у меня Marwan23. Короче, я отключаюсь. Давайте, всем хорошего вечера. Если вдруг что будет интересное, расскажу. Давайте, всем пока. Берегите себя.